Всем привет! Итак, вот на медне я снял небольшой, был в магазине, да, и снял небольшое демо гитары Gibson Les Paul 2018 года серии T, которая целиком матовая, без всякой покраски, без всего. Там нету каких-то таких специальных перебамбасов, никаких там узорчиков, все точечками. То есть, ну, вы это можете увидеть, как бы такое странное покрытие немножко такое на это. И, конечно, там был сумасшедший сустейн. Причем сустейн этот шел от усилителя фендерского лампового усилителя, поэтому там было что это самое. А сейчас давайте прикоримся. Говорили тут, что от гитариста зависит, но, конечно, там качество звука и здесь качество звука, это, в принципе, одно и то же качество. Но сейчас мы проверим, а можем ли мы выжать более такой вот, хотя бы или похожий на этот звук, на суперстрате моем, на моем Washburn'е боевом. Старая гитара 87 года. Вот, она тоже из красного дерева, там не совсем, все-таки такие гитары, они не совсем там, ну, в основном это такая же краснуха, канадский клен, сверху Rosewood, но звукачи, сейчас мы будем использовать только вот этот, то есть хамбакер, который бриджевый, это Washburn ламинатор, очень удачный звукосниматель, между прочим. На гипсоне стояли обыкновенные гипсоновские хамбакеры, ничего там такого не было, как она там называлась, LP, что-то такое. Вот, я проверю потом на самом-то деле. Ну а сейчас проверим, вытянет ли похожую мелодию гитара, подключенная достаточно простой английский маршал, без всякого реверба, реверба у меня нету. Через Distortion Amun Metal. Вот. И попробую, значит, потом сравнить. Так ли уж нужен Gibson, может быть, спасет Ibanez, а может быть, и вообще ни то, ни другое, ни третье. Ну что ж, я извиняюсь, если качество звука будет не совсем студийным, но на данный момент мы вот с вами не симфонию играем, ведь я думаю, меня простите, если что-то. Ну что ж, проверяем. Такого же примерно плана не было. Той же самой тональности. Thank you.
совсем неплохо. Ну что ж, потом послушаем, подумаем. А сейчас я вам хочу показать одну штуку для скорости. Это как раз, возможно, опровергнет ваши убеждения, а может и наоборот их усилить. Поскольку это достаточно сильная гитара, ну, это Америка, во-первых, это американская гитара. Во-вторых, это такой канонизированный суперстрат, который сделанный был на заводе Джексон Чарло. Это не японская косуга, это именно что ни на есть. Вот это одна из этих вот редких серий, которые всего 2 года проводились. Ну, я 1000 раз рассказывал уже вам про этот суперстрат. А сейчас я вам покажу вот что. Все это дело я играл вот с таким медиатором. Синий Jim Dunlop Light. А сейчас мы возьмем тоже Jim Dunlop, только мы его возьмем нейлоновый, белый. 0.46 мм. И давайте посмотрим, как оно будет с ним. Я насчет скорости высекаю, кстати говоря, имею вещи. Ну вот, посмотрим, высекаем мы или скоростим. Казалось бы, для высекания просто необходим тяжелый медиатор, но мы играли медиатором 0.46. Как мне сказали в магазине, поймай муху, оторви крыло и играй им. Ну что ж, вот теперь вы можете сравнить Гибсон или что-нибудь другое. Не факт, что вам попадется именно такая гитара, как попалась мне, но... И спи Horizon ничего не хуже.